Позвольте о вопросах, которые волнуют каждого. В наше время, конечно, это погода. Но мне обычно в ракурсе все вопросы. Смотрим. График гидрометцентра России Сидоренков. Влажность, что немаловажно сегодня, и температура на Земле в цикле там, 100 лет, 150 лет, зависит от скорости вращения Земли. Точнее, от космических энергий, которые связаны со скоростью вращения Земли. Но может быть гидрометцентр нас попутал, как всегда. Смотрим солидное научное исследовательский институт, институт водных проблем, зависимости те же. Ну а с погодой у нас связано здоровье. А как со здоровьем? Вот вызовы скорой помощи в Москве. 1000 случаев. Публикация «Вестник Российской Академии Наук». Они связаны со скоростью вращения Земли. Статистически. Но опять, может быть, это группа ученых, 3 доктора наук попутали что-то. Смотрим другие выборки. 1000 случаев. Это вызовы психиатрический стационар в Казани и в Москве. Те же зависимости. Вызовы более зависят не от солнечной активности, а от скорости вращения Земли. Точнее, статистическая зависимость между ними. А как другие болезни? Берем туберкулез. В 10-летних циклах. Тоже зависимость от скорости вращения Земли. Идем дальше. Смертность в России, ну не только в России, в других странах, но в России в большей степени, чем в других странах, эта смертность зависит от скорости вращения Земли. Точнее, от космических энергий, которые связаны со скоростью вращения Земли. Но, может быть, вот эти статистики что-то попутали. Берем другую статистическую базу. Случайная смертность и скорость вращения Земли. Соответственно, рождение и смертность в России зависит от скорости вращения Земли. Ну, а если здоровье зависит от скорости вращения Земли, то должны от этого зависеть и спортивные достижения. Так ли это? Мы взяли самые различные базы данных. Зависимость спортивных достижений от скорости вращения Земли. Но наш научный центр занимается исследованием людей, человека, мозга людей, энцефалографическими исследованиями. Мы взяли результаты энцефалографических исследований за десятилетия, посмотрели, и оказывается, они связаны со скоростью вращения Земли. Люди становятся разными, в зависимости от того, какая скорость вращения. Но, коль мы становимся разными, в одном случае у нас резко возрастает роль подкорки, а в другом случае возрастает роль коры головного мозга, то значит и агрессивность людей будет меняться в зависимости от скорости вращения Земли. Так ли это? Смотрим базы данных по террористическим актам в мире. Полное соответствие количества жертв террористических актов со скоростью вращения Земли. Десятилетние циклы. Но может быть это опять случается. А давайте мы возьмем ведь месяцы, ведь в зависимости от положения Земли на орбите скорость вращения ее разная. Вот мы взяли и рассчитали скорость вращения Земли на орбите по данным, экспериментальным данным, которые представлены в мировых лабораториях. А также взяли базу террористических актов, количество убитых. Полное соответствие со скоростью вращения Земли. А как это по национальной статистике? Мы взяли статистику количества убийств в США, в СССР, в России и скорость вращения Земли. Полное соответствие. Заполняемость тюрем и психиатрических больниц в США находится в соответствии со скоростью вращения Земли. А войны?
смотрим, оказывается, военные конфликты, войны также статистически связаны с космическими энергиями, которые отражают скорость вращения Земли. Заметьте, солнечной активностью также, но в меньшей степени. И по большому счету влияют эти две великие энергии. Электромагнитная и грависпиновая, неэлектромагнитная космические энергии. Вот до этого мы все время анализировали электромагнитной энергии. А скорость вращения Земли в значительной степени отражает и так называемые грависпиновые энергии. И они очень положительны для активности творческих людей. Оказывается, талант у нас чаще рождается при определенных грависпиновых энергиях. А научные инновации, если взять столетние такие масштабы, они также связаны со скоростью вращения Земли. Но если это так, тогда и развитие нашей экономики, экономические циклы будут зависеть от скорости вращения Земли. Но наиболее известны циклы Кондратьева. Они сопоставлены со скоростью вращения Земли. Так вот, полное соответствие. Значит, все, наше здоровье, наши спортивные достижения, выработка гормонов, поверьте, тоже у нас есть графики, их много, военные конфликты, темпы экономического развития, темпы роста ВВП у нас зависят от космических энергий. Электромагнитных и неэлектромагнитных грависпиновых. Что это за энергия? Вот на этом графике украинских ученых представлены мегапроцессы на Земле. Это солнечная магнитная индукция и связь с теми процессами, которые на Земле. Это геомагнитные возмущения на Земле. Это скорость вращения Земли. Это уровень грунтовых вод, океана, это извержение вулканов. Почему для нас важны грунтовые воды в океане? Меняется сила притяжения. А ведь грависпиновая энергия, она очень важна. И вот с этими параметрами, оказывается, все социальные процессы, здесь на графике представлены, вот здесь вот пониже представлено, это количество военных конфликтов. Они зависят от космических энергий, связанных со скоростью вращения Земли. Это фундаментальная детерминанта, фундаментальный фактор нашего развития всего человечества и природы.